вопрос не по теме. Может, вы знаете, от чего высыпание на ключицах? Локализация, конечно, в некоторых случаях играет роль, но вообще любые высыпания, которые происходят на коже, нам говорят о том, что в организме есть какие-то токсины, какие-то вредные вещества, какие-то вещи, от которых организм хочет избавиться. Но по каким-то причинам он не может избавиться другими каналами, он избавляется через кожу. И проходя через кожу, вот эти вот нежелательные для нас вещества, они вызывают сыпь. Поэтому посмотрите, что не так с, что там в области ключицы у нас находится верхушка легкого, там еще что-то. Может, посмотрите, что не так. Ну, тут так трудно сказать заочно, да? Вот, приходите на консультацию. Заочно я могу только сказать, что если у нас есть в организме токсины, и они выходят через кожу, у нас будет сыпь. От токсинов мы избавляемся, первое, пить много воды, второе, ходить в баню, чтобы с потом это выходило быстрее. Ну, как-то так.